Всем доброе время суток, представляю перед вами вот такой вот классный минивэн. Это у нас Opel Zafira Live 2020 года выпуска. Автомобиль оснащен мотором 2 литра турбодизель мощностью 150 лошадиных сил. Машина в шикарном техническом состоянии, в шикарной комплектации. Я вот даже не знаю, что про комплектацию вам рассказывать, наверное, проще сказать, что здесь нет. Так, ну ладно, давайте переместимся. Начнем с багажника, потом пойдем на пассажирские сиденья, на задние, я вам там все покажу, расскажу, ну а потом уже на водительское место. Так что начнем давайте с внешней стороны. У нас с вами имеются бортроники спереди. Также бортроники задние. Штатная камера заднего вида. В багажнике у нас с вами находится комплект зимних колес. Правда, тут, наверное, не подобраться. А вот, в принципе, нашел колеса. Насколько я понимаю, это, скорее всего, у нас, наверное, Nokia Хакапелита 8, на нее рисунок похож. В принципе, состояние хорошее, буквально несколько шипов нету, так шипы все на месте. Ну и, в принципе, на других покрышках то же самое. То есть комплект зимних колес будет лежать здесь для вас, тоже стоит, наверное, немаленьких денег. Так, теперь давайте переместимся в салон. Значит, двери здесь у нас с вами задние автоматические с обоих сторон. Так, значит, автомобиль у нас с вами семиместный. Сиденья у нас двигаются вперед-назад, буквально вот одной рукой. Салончик красивый, аккуратный. Все шикарно выглядит. Состояние салона замечательное. Плюс здесь еще есть столик. Я сейчас его разложу и переключусь. Вот разложил. Здесь у нас с вами есть такой вот столик. Можно перекусить. Не знаю, решить какие-то свои личные дела. Расстадаться он буквально в течение 10 секунд. Могу наглядно показать. И все, здесь есть ручки. Мы за счет нее вот так вот складываем. Все, теперь столика нет. Удобно? Да, очень классно. Так, значит, у нас здесь с вами еще имеется отдельно отопитель салона. Его можно с водительского места, там есть кнопочка включать-выключать, либо тут пассажиры будут пользоваться сами. Двери также закрываются у нас изнутри, можно здесь. И также с водительского места тоже есть кнопки. Вот так они закрываются, открываются. Теперь пойдемте, переместимся вперед, там я вам тоже расскажу про комплектацию. Спереди у нас с вами тоже замечательный, аккуратный салон. Все красиво, стильно выглядит. Состояние автомобиля прямо глаз радуется, как говорится. Так, значит, передние сиденья, водительское и пассажирское, у нас идут с подогревами. Подогревы на 3 режима и имеется массаж. Там тоже самое, это же все есть. Теперь давайте вам буду рассказывать про комплектацию. Итак, как видите, у нас с вами имеется мультируль. С мультируля можно управлять бортовым компьютером, смотреть какую-то информацию полезную для вас. Также штатной системой. Здесь у нас с вами есть круиз-контроль, есть датчик света, есть датчик дождя, есть подрулевые лепестки, стеклоподъемники, регулировка зеркал. Здесь у нас с вами джойстик отвечает, в каком режиме вы будете ехать, как вам удобно. Значит, это у нас штатная заводская вибаста, корректор фар. Кстати, в комплекте вот такие вот ключи. Вот она, пожалуйста, штатная заводская вибаста, включать, выключать. Значит, это у нас джойстик отвечает за переключение коробки передач, кнопочка старт-стоп, центральный замок. Вот эти две клавиши отвечают у нас за открывание дверей. Также есть блокировка, чтобы мадры, дети там не баловались, не открыли. Все делается. Нажал обратно кнопочку, все закрылось. 12 вольт, USB разъем. Здесь у нас с вами располагается двухзонный климат-контроль. Штатная вот система у нас с вами с камерой заднего вида и с камерой кругового обзора. Это у нас так забор показывает, потому что забор у нас вот такой вот. Это он так показывает забор. Так, значит, дальше. В принципе, все основное вам рассказал. Классный автомобиль. Здесь у нас вот с вами тоже вот есть ниша, глубокий бардачок. Под сидушками ящиков нету, да тоже бывает на некоторых машинах. Ну и, в принципе, сейчас заведен автомобиль, ровно работает мотор, ошибок никаких не горит, пробег на автомобиле составляет 85 тысяч километров.
И забыл еще сказать, у нас с вами еще имеется проектор над лобовым стеклом. Кстати, по-моему, когда глушим, она, по-моему, задвигается, насколько я помню. Она, по-моему, убирается. Или не убирается. Да, вот она, пожалуйста, убирается. Потом, когда заводим автомобиль, она у нас с вами по-новому вылазит. Удобно, классно, красиво. Так что вот такой вот замечательный минивэн Opel Zafira на ваших экранах. Машина у нас в наличии. Приезжайте на осмотр, на тест-драйв. Заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам все про автомобиль. Если вас все устроит, машину без проблем сможете у нас приобрести по системе трейдинг, кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения. Всего вам доброго. До свидания.